сказали, не будете садиться. Давай. А там вон киса египетская. Киса? Ты египетская киса. Да? Кисонька. Они все такие длинноногие. А она та же киска, по-моему. Беременная. Еще не родила, что ли? Еще не родила. Мы поужинали и решили пойти на базарчик. Сегодня у нас последний день. Завтра мы уже выселяемся. 12 часов дня. Очень жалко, как быстро пролетает отдых. Не успеешь глазом моргнуть. 10 дней как не бывало. Да, Зая? 10 дней и плюс 2 килограмма. Почему 2 килограмма? Нету 2 килограмма. Может, полкило? Надо, говорит, чувствовать себя мощным. Ничего, прилезем. И будем усиленно худеть. Как нечего быть? Ну прямо что? Что-то мерила, что ли? Маленькая? Пробовала, что ли? Ветер такой сегодня горячий, прям горяченький. Значит, не надо ездить отдыхать, чтобы не набирать килограммы. Не надо ездить отдыхать. Где есть шведские столы. А надо ездить туда, где только завтраки. Или ездить своим ходом, чтобы искать пропитание себе. Выход здесь, экзит. Ой. Как тяжко, когда покушаешь. Что-то вечер такой, ветер такой сегодня разгоряченный. Вот видите у нас, как красиво здесь. Как в сказке «Тысяча и одна ночь». Фонтанчики везде, прудики, подсветка такая. Вот Лейла, Валейла. Скидку сделайте, а? Давайте, я же много беру. Сделайте скидку еще. Куда столько ложишь? Все одну зелень положил. Вот что ты мне все зеленое положил. Хватит. Куда столько? Давайте я покажу весы. Завтра заберешь? Нет, 10 килограмм, наверное, много. Давай килограмм 8. Сколько здесь? 9 килограмм.
13,5 долларов за 13. Я не жалую. 13? Да. Давай две коробки сделай, чтобы мне удобно. Еще один коробка? Нет. Этот замотаем. Нет, я не унесу. Ты мне сделай чуть-чуть в сетку положь. Хорошо, я понял. Чтобы я чуть-чуть этот чемодан положила, а остальное ручную кладь. Хорошо? Хорошо. Чтобы здесь было 6 килограмм, а остальное 2 килограмма. Вот, смотри. Чуть-чуть пакет. Чуть-чуть пакет положь, да. Хотели это через неделю или два? Ну, через, не знаю, через 3 дня. 3 дня? 3-4 дни, без холодильника. Вот, это мало. Много? Не жесткий, не мягкий, средний. Можно в шамагах, можно в пакетике. Хорошее? Это кислый, это слаще. Ну, давайте, давайте. Подожди, я показать, что это. Это ват, который... Видишь, кислый, который ему у тебя там. Бобро на это. Давай в пакетик, ладно. Давай в пакетик. Видишь, мед, и можно с кожурой. Как дела? А где детей? Ну, спать пошли. Всегда спать. Давайте. Соль ящик? Без холодильника. 2-3 дни. Ага. Чай надо, чай. Ну хватит, сколько там? Штагал, а на могилах и штагал. בכמה יד אין לו מעלה? אולו כמה אין לו מבלה? אין לו בכמה מנגה. אוזן על התנין כדה, לא כדה אחד ורוס. קוקה פלוצ'ינס. ניבד נאצית? אה? ניבד נאצית דולרה? תראי נאצית דולרה כדה. סים, סים פיצות? בוט. סים פיצות, סיו. רושנאי קלאד פיידות זה, דה? פיידות, דה? רושנאי קלאד. А то отберу. Сегодня тебе не надо манго? А что? Сувениры всевозможные. Верблюд, петушок. А? Ну да. Ты хотела себе? Шкатулочки такие. Кошечки. Чашечки. Тарелочки. 10. А? 10 долларов. 10. Нет, не спрашивай, для чего. Торговаться, у меня одна скидка. Что это, я спрашиваю? Это как Хоза. А? Знаешь Хоза? Коза, что ли? Да. Коза? Кохоза, знаешь, бомж. А это сколько стоит тарелка? А? Что хочешь, я отдам скидку. Сколько? Вот это за 10 долларов. Это самое настоящее. Вы смотрели? А, ну, я вижу, да. Ты хотела скоробей? Ну, хочешь вот это? Скидка есть. Ага, сейчас, подожди. А что хочешь, я говорю. А вот это дешевле, да, тарелочка? А хера кем десан? Я хера тамани десан. Слушай меня, что хочешь, я обговорил, я отдам скидку большую, я обговорил все. Хорошо? Гулла, адас, я. А гулла, пожалуйста? Вот 12. С корабей. Мадам? А? 12. 12? Кошка что делает? Лижет лапку. Тут нам дороже, да, продал? Слоники, моники. Фу, какие тяжелые слоны. Великое множество слонов. Обезьянки. Вот царица Нефертити.
Анубис, говорят, Анубис нельзя держать дома. Типа как бог смерти, что ли. Вот невертите целая куча здесь. Вот такие. Нет, да дорого. Сколько хочешь? Я хочу 10. 10 очень мало. Рада тебя, рада меня, пожалуйста. Вот это можно бы 10. Она тоже возьмет, давай. А кружки почему? Уступай нам. Вот это 6. Кружка скидка дорого. Есть, у меня скидка. Дорого? Конечно. Я брала за 2 вообще. Слушай, у меня за 2 есть. Где? У меня за 2, вот. Где за 2? Не, не такие. Как это? Какой? Я такие брала за 2. Слушай, меня... В прошлом году. Какой ты хочешь? Ведь это? Какой надо хочешь? А у этого дешевле было, да? Который в самом начале. Слушай меня, я отдам как хочешь. Какой ты хочешь? Нет, ты не отдаешь, как я хочу. За 2 доллара дашь за 2? Какой? Вот ну-ка, это? Она выберет вот эту. Вот это? Вот это. Вот это давай. Я отдам как хочешь, не проблема. За 2 доллара? Слушай меня, почему за 2? Сколько она стоит? Что лучше, кружку или вот такое? Посмотрели? Ему кружку, наверное, лучше. А? Вот это забьет. Кого забьет? Вот это? Я сказал 12, 11. Хорошо? Вот, и, вот это хочешь? Давай вот это за 10, не проблема. Кошка, что ли? Вот это за сколько ты хочешь? Не, я не буду брать кошку. Ну хочешь вот это? Нет. Скидка есть? Нет, тарелку не надо. Я хочу вазу только. Одну. Давай, я сказал 20 за 18. Это дорого. А вы сколько хочешь? Я 10 хочу. Ладно, мы сходим. Подожди, один момент. Мы это не берем. Мы возьмем вот, вот это и кружку, и все. Вазу давай, и вот кружку. Это, вот это самая большая забьет. Все. Ой, она поломана. Маша. Айшири. Таташир. 5 долларов? Какой подарок? Я а? Да. Давай посмотрим, хорошая она или нет. Целая? Я не обману, дорогая. Я не обману, дорогая. Красиво будет? Очень. 2 доллара нет. Кружки. 2 доллара нет? Очень хорошая. А? Нет? Она точно дорогая. Она большая. Как я ее увезла? Но, что? Она большая. Дорогая, это футбольный кабинет, сегодня это самое очень хорошее. Нет, разобьется. Но, здравствуй. Подождите, не завязывайте. Может, я маленькую возьму? Почему? Давайте маленькую, покажите. Она слишком большая. Можно. Вот здесь вот цены более-менее нормальные. Вас как зовут? Самар. Самар. Приходите все к Самару. Шарм-эль-Шейх. Тоже я делаю для тебя подарок красивый. Вот. Покупайте у Самара. Спасибо. У него дешевле, давайте, чем у других продавцов. Давай. Садись. Он сказал садиться. Садись, давай. Как у себя дома? Что будет? Обрабатывать нас будет. Нас уже мазали. Это будете мазать нас? Тебя? О. Это килеватр масс, молоко и бельбруди. Спокойно. Я есть дубломов, массажист. 20 год работаю массажист. Это очень хороший ламаршин, витамин кожи. Ты делит, без массажист вечером делит лица молодая. Мама. А. Ты помолодела. У тебя морщины ушли. Слава.
кошмар. Массаж лица, теперь массаж спины. Теперь задницы делать. Тут же есть шафран. Шафран красный, шафран зеленый. Все? Спасибо. Халва какую надо такую? Халва пока не хочу. Почему? Чай взяла. Почему? Чай взяла. Скидка будет? А? Скидка. Халва? По одному доллару дадите? Какой халва? Это полтора будет? По одному дадите? Как да. Раз три возьму и как раз будет пять долларов. Камушки один доллар. А? Камушки. Камушки? Камушки один доллар. А что за камушки? Шоколадные? Шоколадные, да. А срок годности какой? Много. Где? Где там написано? Давайте я посмотрю. Так, что я не вижу здесь? Ой, нет, камушки не хочу. Вот эту халву дадите? Давай три штуки, две по одному. Давай три дашь. Вот сейчас сделал массаж мне. А? Я прям вам молодец. Это очень-очень красиво. Да. Это первый раз ты делаешь. Это витамин кожи. Делать лица молодая. После 50 год без машины. Молодая. Правда? Это молоко и вербруди в кокос, орган. Кто там кричит? А?